22 сентября, на улице 13 градусов, ночью температура опускается до плюс 2 градусов. Вот так вот печально выглядит осенний пруд. Яблоки плавают в пруду. Мой островок, который я дважды постригал за лето. Листья все пожелтели. Пожелтели листья у нимфей. Вот этот бутон у нимфеи появился недели две назад, но в такой холодной воде нимфея цвести отказывается. На островке еще осталась часть растений. Я уже забрал отсюда тилансии и пересадил полюдариум, но здесь все еще вот ведвигия Red плавает, ее тоже надо забрать в аквариум. И цветет какое-то из аквариумных растений. Я по сухой форме не могу определить, что это за растение, не помню, убей, не помню, что сюда сажал, но можно тоже пересадить в полюдариум. Вот так вот сейчас выглядит мой островок. Немножко водорослей здесь появилось. Водоросли можно отдать крабу, он с удовольствием их съест. Вот здесь еще есть пучок водорослей, которые можно отдать крабику. Он с удовольствием ковыряется в этих водорослях. Осень. Все желтеет. Рыбок наиболее ценных я отсюда выловил. Была часть мальков гупи, часть меченосцев, которых я использовал как корм для моих ктинопом. Ну а часть рыб просто не было времени выловить, и я сейчас даже не знаю, где они здесь, живы или нет. Еще здесь осталось несколько гупех и несколько меченосцев, но я думаю, что в такой воде они уже просто опустились на дно и просто уснут. Да простят меня зрители, просто совершенно не было времени заниматься этими рыбами. Вылавливать рыб надо достаточно много времени. С очком их ловить из такого пруда — это очень долго. А у меня сейчас совершенно не было времени в связи с ремонтом, в связи с другими проблемами. Поэтому урожай рыб я с этого бассейна, с прудика с этого так и не снял. Но правда, ктинопом немного побаловал живым кормом. Вода в пруду по-прежнему прозрачная, чистенькая. И сейчас будем готовить пруд к зимовке. Уберу лишние листья, уберу лишние растения. Если еще что-то попадется, то выловлю отсюда. Может быть, рыб сейчас долью сюда тепленькой водички. И, возможно, какая-то из рыб придет на теплую воду. Те из них, кто выжили. Гупи у нас в Воронеже здесь зимуют. В речке канализация, есть и речка с канализацией, которая не замерзает, ручей небольшой. И гупи там живут круглый год, поэтому думаю, что кого-то из гуп я смогу здесь выловить. Меченосцы также довольно устойчивы к низким температурам, ну а более ценных рыб у меня здесь не было. Выловлю, так выловлю, а нет, так хоть и жалко, но небольшая потеря. На этом все. Кратенький обзор по пруду закончен. Всем удачи, всем пока.